Сегодня мы попробуем сходить в магазин под названием «Домовой», что находится в Невском ТК. Он может быть открыт отдельно. И что тут написано? Соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, носить защитные маски и перчатки. Мама надела маску. Да, мама, покажись. Да, Надя. Молодец. Так и весь торговый центр работает, получается. А, только рестораны, кинотеатры не работают. Эскалатор тоже не работает. Наборчик для барбекю. Барбекю тайм. Ну, люстры мы уже не пойдем смотреть. Мы уже все купили. Что-то там мама присмотрела себе. Всякие картины. О, какой прикольный. Интересно, да, мам? Да. А есть питерские коты опять. Вот смотри, какой белый. Мне не подходит, а вот это типично питерский кот. Жирный. Ну, ой, да, заяц в сапогах. Вот это вот из английской серии, мне кажется. Шапочки, главное, сделали. Или вот папа с зайчонком. Вот цветы всякие. Такие хорошенькие. Что тут еще? Васильки, наверное, у меня получше будут. Клоу. Розы, розы, розы. О, это мамин. Перец и чеснок. Нет. Нет? Маме не надо? Я вот что выбрал. Мама себе выбрала цветочек. Все, берешь? А также тут есть различные часы. Очень интересные. Я ищу себе определенного типа на камин. Вот. Старинные какие. Есть с Парижем. Но таких, какие мне нужны, я не вижу. Вот с питерским котом тоже интересно. Вот мне что-то типа самолета, только белоснежный. И тут антиквариат. Такие вот. Только еще должно быть какое-нибудь обрамление такое. Туда и сюда. Ладно, будем искать. О, тут еще какие-то цветы. Орхидеи. Тоже искусственные. Подсолнухи. О, еще чеснок. Ой, как красиво смотрится. Сколько такой стоит? Муляж «Волшебная страна». Связка лука. А, так это лук. 229 рублей. А питерские коты, это прямо тематика. Я смотрю, вот ваза есть с котами. Такие вот у нас котики живут в Питере. А вот какой интересный наборчик. Прямо в английском стиле. Чайничек, молочник, чашечка. И сахарница. Красивый такой цветочек мелкий. Очень люблю. Вот еще чайничек с питерскими котами. Ой, какие они жирненькие, хорошенькие.
веселенький чайник. Ну, есть другие разные. С поварами интересные. Пицца. Шримп. Креветки. Сейфуд. Морская еда. Ой, ну какая прелесть, посмотрите. Какие котики. На гитаре играют, на скрипке играют. А тут что? Поет микрофон. И парочка такая. Еще вот мне с лимончиками понравилось. Прямо как в Джон Льюисе. Не хуже, по крайней мере. О, тут тоже есть чайный набор. И сахарница. И масленка. Все с котами. Даже тарелочка. Это с котиком. Красиво. Вот еще чашечки такие. Прелесть. Мы таких много в чарите накупали, да, мам? Маме кошечки понравились. Это не питерские коты, это просто фотографии. А вот клипсы для пакетов. Очень удобные, мне понравилось. Я их только в Англии открыла. Надо купить, раз они 49 рублей. За 1 фунт 2 штуки. Очень удобно открытые пакетики ими защемлять. Какие кастрюльки красивые. С фиалками. Вот с ежевичкой еще, блин. Интересно. Ну, не люблю желтую. Беленький красивый смотрится. А вот с помидорками тоже. Томатос. Crisp and delicate. Хрустящий и деликатный. Ой, красота. А вот с гортензиями тоже красивые. 12-19. А еще с лимончиками. Сколько? 1059. Вот еще красивые контейнеры какие. С лучком, с капусткой, с перчиками, с помидорками. И с грибочками. О, какой сундук классный. 5000 стоит. Класс. Что там внутри? Обычная такая коробка. Куча ковриков в ванну. Мы летом вот такой хотели купить, но что-то не купили. Он все еще со скидкой. Может, сегодня возьмем? Ванну как раз космическую. Мам, такой вот мы хотели купить. Давай возьмем. 900 рублей. А что его стирать? Ты же после ванны выходишь чистый. Ну, Настя. Ну, хочешь, бери. Есть вот такие вот обои с Питером. Это что у нас? Казанский или Исаакиевский? Красивый. А есть что-то типа французского, испанского городка. Или итальянский. Тоже красивый. Вот обои тоже интересные с Нью-Йорком. Бродвей, Ванвей. I love New York. И Times Square. Нам с мамой вот эти понравились. Красивые, темно-синие. А, это же эти рулонные шторы. Класс. Интересно, они есть такие? Но они, видишь, они просвечивают. Да, и внизу, вот смотри, какие. Надо купить нам такие на балкон, а то очень жарко. А вот какой красивый шезлонг с лимончиками. Ах, лимончики, мои лимончики. Вы растете у Сони на балкончике. Класс. У Сони, у какой Сони? У Насти растут. Одесская. У Насти растут на кухне лимончики.
Какие классные качельки. Может, нам купить такую на балкончик с лимончиками? О, я нашла с лимончиками на балкончике. О. Ну вот, купили мы коврик, и Джелла его сразу оприходовала. Теперь это новая постелька в новой квартирке для Джеллы. Теперь она будет жить в ванне. Жарко тебе? А потому что жара в Петербурге стоит уже третью неделю. Ну, отдыхай, ладно. Пока-пока.